Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика 7 класс. Мы отвечаем на вопросы после параграфа 10. Вопрос номер 2. Как протекает диффузия в жидкостях? Опишите опыт. Это имеется в виду опыт, описанный в учебнике. Опыт по взаимному проникновению медного купороса и воды. Вот здесь на рисунке схематично изображено, как происходит перемешивание медного купороса и воды. На верхнем рисунке мы видим снизу молекулу медного купороса, а сверху молекулу воды. Граница раздела двух жидкостей очень точно видна. И дальше на втором рисунке мы видим, что те молекулы, которые находятся вблизи границы раздела жидкости, меняются местами. Получается, что молекулы медного купороса проникают вверх между молекулами воды, а молекулы воды проникают вниз между молекулами медного купороса. И на последнем рисунке мы видим, что проникновение это зашло так далеко, что молекулы воды и медного купороса полностью перемешались. Вот это и есть диффузия, взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Молекулы, которые находятся рядом с границей раздела жидкости, меняются местами. Молекулы проникают дальше между молекулами другого вещества. Так происходит диффузия медного купороса и воды. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, то следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.